Что скажет Трамп? Новый президент США сегодня впервые выступит в Конгрессе с программной речью. И это станет основным политическим событием для страны. Чего ждать и как реагируют его противники? Дмитрий Анопченко расскажет подробнее. В Капитолии и возле него сейчас масштабные приготовления. Силовики еще с ночи проверяют здание и окрестную территорию, ведь событие предстоит грандиозное. По сути, выступление такого уровня у Трампа не было с момента инаугурации. Слушать его будут члены обеих палат Конгресса в зале и вся страна по телевидению. State of the Union – доклад о положении страны. Американские президенты читают в Конгрессе со времен Джорджа Вашингтона. Обязаны по Конституции. Обычно это программная речь, в которой глава государства разъясняет внутреннюю и внешнюю политику, что намерен сделать и что изменить. А поскольку именно таких пояснений все и ждут от Трампа, интерес к этому выступлению огромный. Ведь выступление с трибуны – это не телеинтервью, где, в общем-то, наговорить можно все, что угодно, а официальное обещание стране. И о нем президенту обязательно напомнят. Что же скажет Дональд Трамп? Версии разные, хоть ставки делай. Сами конгрессмены ожидают, что президент очень четко объяснит, когда в стране проведут обещанную им налоговую реформу и когда отменят Obamacare – реформу здравоохранения. Политологи рассчитывают, что глава государства внесет ясность в вопросы отношений с Россией, санкций и внешней политики в целом. Противники ждут, чтобы Трамп подставился, дал новый повод для критики. Демократы даже обсуждали возможность демонстративно выйти из зала, организовать демарш. И что же он скажет, как это сформулирует, будет конструктивным или жестким? Попытается достучаться до конгрессменов или будет обращаться напрямую к американцам? Благо, прямой эфир на всех каналах. Все это знает только Дональд Трамп и никто, кроме него. И все это станет известно лишь сегодня, ровно в 9 вечера. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер».